В 16 дворах Кызыла установили контейнеры для сбора пластиковых отходов. На территории городского округа город Кызыл Республики Тыва начался раздельный сбор мусора. Силами индивидуального предпринимателя Иянма Шолбан установлены эко-сетки для сбора пластиковых отходов с маркировкой 1 и 2. К ним относятся пластиковые бутылки, флаконы и канистры из-под бытовой химии и напитков. Уважаемые жители! Гости столицы нашей республики. Мэр города Кызыла призывает вас в целях сохранения и поддержания экологии города опустить пластиковые отходы в установленные эко-сетки и бережно относиться к установленным контейнерам. Чаще всего такие сетки стоят на контейнерных площадках. Они занимают совсем немного места и не мешают прохожим и автомобилистам. Экосетки предназначены для сбора пластика с маркировкой 1 и 2. К ним относятся пластиковые бутылки, флаконы и канистры из-под бытовой химии и напитков. Перед тем, как опустить бутылку в контейнер, с нее нужно снять крышку и обязательно смять. Таким образом, она будет занимать меньше места, и автомашина при перевозке будет загружена не воздухом, а как можно большим количеством вторсырья.